Добрый день! Сегодня у нас обзор будет на беговые кроссовки. Летний вариант от фирмы Adidas. Я как бы эту обувь чисто нашел для обзора, потому что делал обзоры на подразделение Adizero и составил такую довольно-таки большую коллекцию обзоров именно на серию от Adizero. И F50 Runner я просто не мог пройти мимо них, и пришлось довольно-таки долго поискать эту модель. Вот такие вот бирки здесь присутствуют. Вот сама модель Adidas Adizero F50 Runner. Модель, так, получается у нас, сколько я помню, 11 года выпуска. Да, 11 начала, ну то есть конец 10-го, начало 11-го. В 10-м году была представлена. Внешне вот так вот она выглядит. Модель облегченная. Идут как за марафонки или полумарафонки, то уж как вы хотите. По весу я укажу в своем блоге. Очень легенькие. Присутствуют хорошие материалы, даже можно сказать отличные. По всему периметру здесь идет специальный микропористый текстиль. Вот он. С технологией Cool Lever. То есть вот бирка была Cool Lever. Эта технология говорит нам о том, что модель хорошо вентилируется, и при этом модель быстро высыхает, то есть материал быстро сохнущий. Получается, на диапазон температур эта модель от где-то плюс 10, плюс 15 до плюс 25 и выше. То есть довольно-таки отличная здесь вентиляция. Также здесь помимо вот этой микропористой сетки идет вот такой вот материал вставки, на вид как замша, но это не замша, это специальный искусственный материал. Вот он называется кларинотеренина. То есть это японский материал, японская разработка, вот эти замшевые вставки. Ну, я буду говорить замшевые, вот это на самом деле не натуральная замша, это синтетика, вот она идет по этому периметру. Это синтетика отличного качества, ее сделали ради того, что она заменила в каком-то степени натуральную замшу, и она обладает таким моментом, свойством, что когда ее намачиваешь, она не теряет своих свойств, она такая же, как свою структуру, то есть ее не надо никакой водоотталкивающей пропиткой обрабатывать, она сохраняет свою полностью структуру, она более износостойкая, то есть она больше можно больше ее раз сгибать и разгибать, чем натуральную замшу. Но при этом, я говорю, она не, если ее намочишь, она не меняет своих свойств. Она такая же мягкая, на вид и на ощупь. Это микроволокна специальные. То есть вы можете зайти на именно сайт Кларино, там почитать по поводу этого материала, но это японская разработка, то есть довольно дорогостоящий материал, и они применяют материалы в кроссовках, в одежде, ну и в различных этих различных моментах, то есть делают вставки именно из этого материала. И вот здесь вот в качестве усиления сделано. И как бы больше, можно для красоты так считать. И вот по периметру ахилла, и вот по этому периметру они так сделали. То есть, как-то вот так вот, очень сложно рассказать. Такой вот короткий промежуток времени здесь вот
такая прорезиненная вставка приклеена, здесь такая полоска, боковой логотип, боковые полоски в стиле Adizero. Шнурки здесь довольно-таки необычные, круто смотрятся. Шнурки сами перфорированные, развязываться не будет. Язычок мягкий. Здесь каркас в пятке. Каркас сам синтетический. Здесь вот видно F50 написано. Дизайн очень крутой. Вставка идет Adiprena Plus в носовой части. Это для, ну, то есть более быстрого сгибания именно носовой части. За счет этого вы быстрее сможете оттолкнуться. По промежуточной подошве. Промежуточная подошва из этилвинилацетата. Хорошая амортизация, даже можно сказать, отличная. Технология Formotion в пятке. То есть это независимая пятка. Помогает вам адаптироваться к новой поверхности. То есть на неровностях вы будете более лучше себя чувствовать. И при этом эта вставка Formotion помогает защитить вашу пятку от различных травм. То есть специальная гелевая вставка, прослойка, там пластинка. То есть многослойная пятка. Очень круто смотрится. То есть обычно делают такую вставку на дорогостоящих моделях. Это не говорит о том, что если пятка здесь более улучшена, то производитель говорит, бегайте на пятку. То есть вы бегаете, как обычно, кто как, ну то есть правильно считается на среднюю часть стопы бегать, кто-то на пятку приземляется. То есть это не делает суть этой модели, чтобы делать, ну, чтобы бегали все именно приземлялись на пятку. То есть это дополнительная амортизация, дополнительная защита. То есть переката здесь особого нету. Он есть, но он минимальный. То есть вот так вот. Сама резина здесь износостойкая, протектор. Вот такой вот. Все очень довольно-таки качественно сделано. В средней части стопы система Torsion работает. Пластинка вот она идет. Здесь написано Torsion System. Защита средней части стопы. То есть от различных травм, от скручивания. Вот так вот все это выглядит, все круто сделано, прям мне вот вообще нравится эта модель. В пятке такая вот светоотражающая вставка, здесь такая вот пипка, чтобы фиксировать, во-первых, вашу ногу сзади, и, ну, дополнительно для удобства одевания. То есть вы одеваете, за эту штучку взяли, намного удобнее одевать так. Так, по периметру ахилла, то есть вот этот материал идет там, синтетически мягкий. Ну, я бы, конечно, сделал здесь бы текстиль поплотнее, но это как бы облегченная модель, здесь делается упор на легкость. То есть модель здесь наклею весь верх, никаких швов здесь нету. Это с одной стороны как бы и хорошо, с другой стороны плохо, что от влаги может где-то и расклеиться. Так, такая вот стелька, очень крутая. По толщине средняя толщина. Здесь вот так вот сделано, сверху такой вот подклад. Такой вот сетчатый какой-то материал сверху, текстиль, небольшое закругление, чтобы стелька не болталась, MI надпись. То есть вот, как вы видите, датчик
можно вставить туда, то есть отсек под датчик Mi Coach присутствует. Видно, что просвечивает модель, да? Хорошая вентиляция. Так вот все сделано. Модель легенькая. Блоги потом посмотрите, я просто сейчас точно не помню, сколько она весит. Но она довольно-таки легкая. Так, по ценнику была в районе 6000 по тем временам. Сейчас бы такая модель очень дорого стоила, я так подозреваю. В районе бы 8 всяко. По конкурентам. Конкурентов сейчас в современном мире. Adidas, да, Adizero, Adios. Это вот конкурент, но по внешнему виду он, вот эта модель 100% выигрывает. Да и по качеству материалов и исполнения, я думаю, сейчас просто даже аналогов нет вот этим старым моделям. Делали прям вообще просто шикарно. Сочетание цветов различные, то есть каждый мог присмотреть все, что душе угодно. То есть вот такой вот обзор, такая вот модель. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.